Над Вильямом нашим Шекспиром в театре колдуют уже больше года. Спектакль ставят всем миром. Руководитель проекта из Великобритании, художник из Италии, хореограф из Украины. А еще над постановкой поработали представители Канады, Финляндии и Ирландии. Это будет современный, темный, хаотичный, сюрреалистичный, авангардный спектакль. Возможно, к такому в России не привыкли. Но что самое замечательное, актеры готовы попробовать что-то новенькое. Они говорят: «Да, конечно, давайте попробуем». Такой потрясающий менталитет, такая открытость сильно облегчает нашу задачу. Там, где выход на бал. Режиссером Сергей Остренко себя не считает, просто руководитель. К постановке у него подход особый. Сначала мастер-классы и тренинги, потом отработка отдельных эпизодов. До премьеры 1.5 недели, а спектакль целиком еще никто не видел. Но все надеются, что все получится. Ох, это такой вопрос, в котором никогда никто не может быть уверен. Художник никогда не уверен в успехе своего произведения искусства. Мы хотели бы надеяться, что этот спектакль найдет своего зрителя. К угоднице споломничают губы и зацелуют святотатство след. Шекспира изрядно потрепали. В спектакле мало слов и много движения. Кто из актеров будет играть какую роль, в театре пока не знают. В постановке 3 Ромео и 3 Джульетты разного возраста. За кулисами говорят, спектакль – большой риск для театра, слишком необычен. Но, как говорится, кто не рискует. Анна Главчинская, Игорь Шишилин, новости, Телеобъектив.